Соревнования по спортивной поплавочной ловле будут приурочены ко дню рыбака, который все любители снастей и удочек отметят в это воскресенье. Открытый городской турнир пройдет на Мацесте, на прудах этнографического комплекса «Вольница» в селе Семеновка. Рыба здесь, в принципе, привычная. Уклейка, карп, карась, амур, толстолобик, которого любят некоторые из наших спортсменов. Соревнования пройдут по стандартным спортивным правилам. Соответственно, обогрение рыбы в зачет не идет, поэтому толстолобик, хоть они его и любят, ну, придется ловить его за рот. Новички приглашаются, потому что вход свободный. Можно выполнить первый раз в жизни спортивный разряд, а также увеличить свой разряд. Ну и посмотреть вживую, что такое спортивная рыбалка, что такое именитые спортсмены. Соревнования, которые намечены на 14 июля, рейтинговые. Здесь рыбаки также могут пройти отбор в сборную Сочи по спортивному поплавку. Вход на турнир свободный. Кстати, ожидается участие именитых спортсменов, в числе которых чемпионка России по ловле поплавочной удочкой Юлия Стенина.